Бизнес по изготовлению пластиковых карт – идея очень прибыльная, но имеются проблемы с реализацией. Эта сфера производства пугает многих предпринимателей сложностью и большими вложениями. На самом деле вложения небольшие, но потребуется стартовый капитал. Технология изготовления пластиковых карт включает разработку макета, изготовление и склеивание пластиковых деталей, нанесение необходимой информации и выпуклых символов, нанесение магнитной ленты. Для внедрения чипа потребуется дополнительное оборудование. Делают карты из поливинилхлорида, полистирола, термопластика, поликарбоната. Приобретение оборудования потребует инвестиций. Это механический или электрический вырубок по цене от 100 до 1000 долларов, термопресс-ламинатор от 100 до 1000, струйный или термосублимационный принтер от 160 до 3000 долларов. Магнитные полосы наносят вручную, используя вспомогательное устройство или прессование. Полоса бывает локо или хико, первая более подвержена разрушению. Стоит она 500 долларов, вторая 900 долларов за рулон в 1220 метров. Пластик для карточек используется недорогой, особенно если он приобретается оптом. Для изготовления продукции потребуется ламинат, пластик, картриджи для принтера, магнитная полоса. Потребуется также аренда помещения, 2-3 сотрудника для упаковки и доставки. Небольшое предприятие может изготовлять 2500 карт в смену. Доход составит от 500 до 1000 долларов. Начальные затраты от 2500 до 10 тысяч долларов. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.